В Западно-Казахстанской области в день индустриализации был запущен первый пусковой комплекс газотурбинной электростанции мощностью 100 мегаватт. Таким образом, ликвидирована зависимость региона от поставок энергии из Мангыстауской области и российских энергокомпаний. Электростанция построена в селе Белес. Оборудование от ведущих энергокомпаний мира. Открыто 70 новых рабочих мест. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» проект получил господдержку на общую сумму свыше 800 миллионов тенге. На эти средства построена автодорога и подведен газопровод. Проектная мощность ГТС 250 мегаватт. Первый пусковой комплекс 100 мегаватт, второй, значит, еще 100. И еще у нас есть второй этап проекта. Это утилизация. Это котлы-утилизаторы, которые будут вот тут у нас вот здесь расположены, место оставлено для них, которые повысят еще на 50 мегаватт, не сжигая газа. То есть это и немножко снизит тариф, естественно. Ну и потом мы не будем расходовать наши богатства природные. Треть от 140 мегаватт потребляемой электроэнергии регион закупал от внешних источников, в том числе в России. Именно независимость от поставок дорогостоящей энергии дает области ввод в строй новой ГТС. И, конечно, немаловажно, стабильная подача электроэнергии. Реализация данного проекта позволит нам обеспечить энергобезопасность и снизить энергозависимость. 100 мегаватт она позволит нам, учредителям данного проекта, поставить как Западно-Казахстанской области, области Республика Казахстан, а излишек экспортировать в Россию и другие страны. Станция – один из 40 реализованных в регионе индустриально-инновационных проектов. На новых производствах создано свыше 2000 рабочих мест. Ботагоз Базарбаева, Булат Шарлгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, 24 КИЗ.